ранняя реабилитация идет. Ранняя реабилитация. 2004 жылы бір басым қатты ауырды. Сондай. Қалай айтсам болады. Солай просто ауыр келіп емленіп кеттім да. Сосын қайтып келген жоқпын. В прошлом году поступило около 150 кровоизлияний, из них половина подлежат хирургическому вмешательству. Вот. Есть молодой контингент пациентов, вот, которым мы тоже оказываем высокоспециализированную медицинскую помощь. Вот. В основном причина геморрагического инсульта – артериальная гипертензия. Вот. Сахарные диабеты могут быть. Вот. И на третьем месте вот, молодые люди, когда поступают, они с геморрагическим инсультом, мы обследуем. Это, как правило, заболевание сосудов. Артерия венозная мальформация – это врожденная патология сосудов, вот патология сосудов, аневризмы, вот люди не обследуются, любой стресс, вот, поднятие давления, травмы, они провоцируют разрыв сосудов, и они у нас поступают. Ну, естественно, 80-го года рождения не может быть геморрагический инсульт. Это, как правило, разрыв сосудов идет на фоне вот этих артериовенозных мальформаций. Поэтому вот мы активно их оперируем, выявляем, но с каждым годом молодой возраст уже увеличивается.